Всем доброго времени суток. Работой своего хомутателя я полностью доволен, но захотел испытать еще один вариант из металла в два раза толще. Можно было просверлить большее отверстие в уже имеющемся хомутателе, но мне хотелось узнать, имеет ли значение для хомутателя толщина металла. Для начала я разметил заготовку. Затем отпилил по разметке. Сделал прорезь на конце хомутателя. Для удобного захвата проволоки заточил конец хомутателя. Снял основную ржавчину отрезным диском и немного зашлифовал. Для воротка использовал негодный трубчатый ключ с сорванными гранями. Отпилил ненужную часть с уже готовым отверстием. Для захвата проволоки просверлил два сквозных отверстия. Для ручки использовал мебельный болт длиной 70 мм. Для фиксации закрутил гайку и законтрил ее второй. Все, хомутатель готов к работе. Сделал выводы, что толщина металла не имеет значения. Работать с ним удобно так же, как и с первым вариантом, только вес увеличился. И немного поменялась конструктивная особенность. Поэтому вы можете выбрать вариант, более подходящий для вас. Спасибо за внимание.